Праздничное мероприятие началось с торжественного построения личного состава. За безупречную службу лучшим сотрудникам были присвоены очередные специальные звания. Начальник Сочинского линейного управления МВД России на транспорте поздравил полицейских, ветеранов войны и органов внутренних дел с наступающим юбилеем Победы и вручил им почетные грамоты и благодарственные письма. 16 апреля в МВД празднуется День ветеранов органов внутренних дел. День ветеранов органов внутренних дел в 2015 году мы перенесли на 8 мая. Приурочили его к 70-летию Великой Победы Советского народа в Великой Отечественной войне. Ветераны Великой Отечественной войны, спасибо вам огромное за мирное небо над нашими головами и то, что мы говорим на русском языке. Для сотрудников и ветеранов всех линейных подразделений Сочинского управления прошел небольшой концерт. Тематические номера представил городской танцевальный коллектив. А после все гости мероприятия могли посетить боевую палатку, отведать солдатской каши и сфотографироваться у фронтового автомобиля. И, конечно, в адрес тех, кто мужественно и стойко перенес все тяготы войны, показав свой героизм и патриотизм, продолжают звучать теплые слова благодарности. Живите долго, потому что вы есть, есть радость, есть с кем пообщаться, с кем поговорить, есть живая память, что можно вспомнить. Я обращаюсь к сочинцам, поздравляю с этим великолепным праздником, Днем Победы. Счастья вам, удачи!